Форт Боярд. Древняя крепость, расположенная на острове, омываемом Атлантическим океаном. За этими стенами скрыты несметные сокровища и живут их опасные хранители. Но это не пугает юных любителей приключений. Они разделились на 6 команд, чтобы получить награду от форта. Их задача — справиться с любым испытанием, которое подготовил для них форт, и собрать ключи, которые откроют проход в сокровищницу. Чем больше ключей получат участники, тем больше золота они соберут. Две команды, которые соберут больше золотых монет, выйдут в финал. Но только одна команда добьется триумфа, получит награду и будет названа покорительницей форта. Кому хватит опыта, смелости и целеустремленности, чтобы добиться успеха? Будет ли это одна из сегодняшних команд в игре «Форт Боярд»? «Форт Боярд». Гигантская катапульта. В этой дуэли Ниф и Сюзанна из гадюк сразятся с Мириам и Алексом из драконов. Итак, ребят, вам нужно выстреливать ядрами в бочки, которые перед вами. Команда, которая первой забросит 2 ядра в бочку, получит этот ключ. Нужно работать вместе. Один из вас будет заряжать, другой стрелять. Вам понятно? Если нет, могу объяснить еще раз. Все понятно? Да, да. Ну что, кто хочет выиграть ключ? Драконы! Мы! Да. Драконы, займемся делом. Ваше испытание начинается сейчас. Если вы забросите ядро в бочку оппонента, балл достанется им. Так что постарайтесь забросить 2 ядра в свою бочку. Почти, почти, Ник. Очень неплохо, Ник. Я впечатлена. Давайте, драконы. Это тоже было неплохо, Мириам. Давай. Рассчитайте время. Тут главное время. Очень близко. Вы не хотите, чтобы у вас кончились ядра? Если это случится, никто не получит ключ. Не спешите. Это значит, что гадюки забросили ядро в бочку драконов. Очко достается драконам. Драконы, вам нужно лишь одно ядро в бочке, и ключ ваш. Давайте, давайте. У драконов есть преимущество. Гадюки им помогли. Ему надо перестать стрелять туда. Не стреляй туда! Сколько вы ему заплатили? Ниф, это было так близко! Мириам, ты должна метить в другую бочку. Ему так не везет. Кстати, ты слишком взволнован, Алекс. Я удивлена. Ты почти попал в бочку противника. Очень-очень близко. Осталось мало ядер. Когда они закончатся, закончится игра. Ниф, ну что ж такое? Это все. Все. Это последнее ядро. Все. Давайте, ребята. Невероятно. Что ж, этот ключ отправляется к драконам. Молодцы. Молодцы, драконы. Спасибо. Давайте посмотрим, как это было. С самого начала мы были уверены в этом испытании. Мы решили, что Ниф будет легко попадать ядром в корзину. Игра намного сложнее, чем кажется. Нужно точно рассчитывать время, а я совершил глупую ошибку и попал ядром в бочку противника. Дал им хороший старт. Это моя ошибка. Я не думала о времени в этом испытании. Я боялась, что кончатся ядра. Мириам и Ниф оба пытались закинуть свои ядра. Никто не побеждал, но Мириам удалось отправить последнее ядро в бочку и получить ключ. Не могу описать, что я почувствовал, ведь в этом случае не они победили меня. Я сам помог им себя победить. Не переживайте. Все очень старались, и это здорово, когда помогаешь другой команде. Я знаю.
Это сложнее, чем кажется. Определенно. Ну, хоть попробовал. А вы забросили свое ядро в последний момент. Да. Оставалось одно ядро. Одно. Невероятная игра, ребята. Давайте посмотрим, как это повлияло на счет. Ничья. 2-2. Два ключа у гадюк, два ключа у драконов. Форт Боярд. Следующее испытание для гадюк. Вокруг света. Итак, счет 2-2. Еще можно заработать несколько ключей. Джек, идешь ты на испытание? Да, я. Ты подходишь, тут нужно много сил, ясно? Ясно. Ладно, вот что нужно сделать. Внутри огромная сетка. В сетке посылки, на которых написано название городов. Залезь в сетку, найди сундук, на котором написано первое место назначения. Ищи мешки, на которых указаны имена нужных городов, пока не найдешь ключ. Ты готов? Да. Ладно, заходи в комнату. Давай, Джек. У тебя получится. Твое испытание начинается прямо сейчас. Давай, 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 ты сможешь. Давай. Давай, Джек. Бомбей. Вот так, выбрасывай. Это самый простой способ достать сундук. Регата, чтобы это ни было. Давай, бросай. Пусть забрасывает их, так проще всего. Не беспокойся о том, что там написано, выбрасывай их. Вот так, вот так. Так, бросай, бросай. Не останавливайся, продолжай, бросай. Так, держай, ты молодец. Продолжай делать это так. Давай. Скорее. Давай, Джек, у тебя получится. Читать сейчас не надо, главное, достань сундук. Давай, Джек. Продолжай. Добирайся до сундука. Добрался? Ты видишь сундук? Да, отлично. Просто продолжай рыть. Я проверял. Есть. Вот так. Продолжай. Вперед, Джек. Не слушай его. Открой сундук. Открывай. Надо крышку поднять. Давай. Открывай. Москва. Что там сказано? Москва. Москва. Прекрасный город. Кажется, она снаружи. Нужно найти посылку с надписью «Москва». Давай, Джек. Она у твоих ног. Ты стоишь на ней. Бери ее. Это? Нет, нет. Да, да. Давай. Открывай ее. Что со временем? Продолжай, ты на полпути. Где ты на полпути? Поспеши, продолжай. Чикаго. Чикаго. Ты выбросил его, выбросил. Надо найти посылку с Чикаго. Давай, время бежит. Продолжай искать. Давай же. Я нашел ее. Что там? Что там написано? Бомбей, Бомбей. Я его выбрасывал, помню. Ты выбросил вначале, да? Надо выходить, выходи! Давай, давай, ты нашел его! Есть! Молодец, ключ! Выходи! Молодец! Молодец! Буквально в последний момент. Молодец, брат. Спасибо, отличная попытка. Посмотрите на повтор. Поиск сундука оказался труднее, чем я думал. Когда Энди рассказывал про него, я думал, он в середине сетки на дне. И я стоял на чем-то деревянном и продолжал рыть все глубже, не мог его найти. Когда я нашел посылку с ключом, у меня оставалось 2 секунды. Мне повезло, что я вовремя вышел. Но везет сильнейшему. Молодцы, еще один ключ у гадюк. Люблю я эти ключи. Итак, давайте посмотрим на счет. У гадюк 3 ключа. У драконов их 2. У вас получилось? Отдохните, потому что Лаура сейчас с драконами. Бойлерная. Алекс, вы хорошо выступаете как команда. Но еще один ключ очень важен. Это даст ценное время в сокровищнице. Кто пойдет на это испытание? Мэдди пойдет. Испытание пройдет Мэдди. Иди сюда. Это самая горячая комната в форте. Тут ключ находится в кольце. Нужно передвигать ключ по трубе, минуя все препятствия. Вот досада, там тепло. Может, немного грязно. Как думаешь, справишься? Ты готова к этому? Да, грязь меня не волнует. Не волнует? Нет. Давай, ты справишься, у тебя получится. Вперед, Мэдди, твое испытание начинается сейчас. Надо действовать быстро, у тебя немного времени. Она взяла ключ. Давай, давай. Там много препятствий. Ей надо пройти все препятствия как можно быстрее. Будем надеяться, что она с этим справится. Быстрее, быстрее. Давай, Мэдди. Крути. Ты сможешь? Не беспокойся за пар. Протаскивай ключ, давай. Надо это крутить. Давай, давай. Откручивай. Крути быстрее.
Надо крутить как можно быстрее. Напоминайте ей о времени. У тебя мало времени, Мэдди? Времени много не бывает. Тащи через масло. Не надо пугаться масла. Давай, Мэдди, давай. Молодец. Оно липкое. Давай, ты сможешь. Время идет. Она уронила его обратно в масло. Ты на полпути. Давай. А с маслом проще передвигать кольцо? Я не уверена. Продолжай, давай. Давай, Мэдди. Ты на полпути. Часы тикают. Теперь опускайся вниз. Давай, давай, быстрее, быстрее. Давай, Мэдди. Скорее. Давай, быстрее, быстрее. Не задерживайся. Она идет впритык. Давай, Мэдди. Время, время, Мэдди. Быстрее. Давай, тебе надо шевелиться. Время. Давай, давай, давай. Ускорься, ускорься. Давай, Мэдди, ты молодец. Время заканчивается, времени мало. Сможет ли она? Получится ли у нее? Быстрее, быстрее. Быстрее. Вперед, Мэдди. Ты почти пришла, давай, давай. Давай, Мэдди, давай. Быстрее, быстрее. Ну уже, давай, 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 снимай его быстрее, быстрее. Помогите ей, ребята. У нее получилось, получилось. Мэдди, молодец. Посмотрите на это. Надо же. Да. Когда я проходила испытания, мне очень помогла моя команда. Они поддерживали меня. Я чувствовала их поддержку. Там, правда, было очень жарко. Я не ожидала такой жары. И задание было сложное. Я испугалась, когда повалил пар. Я была в шоке. Я вытащила ключ. Не могу это поверить. Я рада, что ключ наш. И я это сделала. Молодцы. Ну, давайте посмотрим на счет. 3 ключа у драконов, 3 ключа у гадюк. Ну что ж, нас ждет самая последняя дуэль. Вы можете получить 4-й ключ. Думаете, нам стоит пойти туда? Да. Побежали, вперед. Домино. Последняя дуэль перед чудесной сокровищницей. У нас ничья. По 3 ключа у каждой команды. Сейчас вы сразитесь за последний, вот этот ключ. Готовы? Да. Ты готова, Лаура? Я готова, Инди, я всегда готова. Она всегда готова. Ладно, перед вами прозрачная платформа. Рядом вы видите домино. Вы должны по очереди ставить фишки на платформу в любом порядке. Если вы решите, куда ставить, ставьте. Давайте мы решим, кто будет первым. Я брошу монетку. Сторона с боярдом, гадюки, сторона с тигром, драконы. Лаура? Сторона с тигром. Ладно. Не забудьте, тот, кто толкнет домино, проиграет ключ для своей команды. Начинайте. Алекс. Это был первый ход Алекса. Это не так просто, как кажется. Теперь Талия. Гадюки. Молодец, Талия. Вперед выходит Мэдди от драконов. Я так волновалась, я думала, не шатайся, не двигайся. Молодец. Если вы решили, ставьте. Сюзанна. Успокойся. Моя команда говорила мне, успокойся, не спеши. Я последовала их совету и смогла поставить свою фишку. Не забудьте, не надо спешить. Спешить некуда. Следующая Мириам от драконов. Обе команды были на грани. Одно движение, домино упадет, и команда лишится ключа. Я очень нервничал, когда ставил домино. У меня рука тряслась. Молодец, Ниф. Быстрое движение. Вперед выходит Хайден. Не волнуйся, ты сможешь. И ключ достается гадюкам. Да. Для нас это было важно. Мы не хотели терять время в сокровищнице. Это из-за умственной и физической усталости, которая накопилась за день. Я поставил свое домино, а остальное упали. Я был рад, что мне не пришлось ставить домино. Я нервничал, руки тряслись. Ключ достается гадюкам. Да.
Давайте посмотрим на турнирную таблицу. У гадюк 4 ключа, а у драконов 3. Отлично! Но это еще не все. Это не финал. Осталось посетить еще одно место — сокровищницу. Сокровищница. Чтобы открыть ворота и получить полных 3 минуты в сокровищнице, у каждой из команд должно быть 5 ключей. За каждый недостающий ключ команда теряет по 10 секунд. За 6 и следующие ключи команда получает бонус — 150 золотых монет. Когда ворота открываются, часы запускаются, и каждая команда видит свою карту полусокровищницы с 4 отмеченными клетками. Участники должны запомнить 4 клетки на карте, которые помечены символом их команды, и поместить свои гербы на соответствующие квадраты на полу сокровищницы. Все это под бдительными взглядами тигров форта. Затем каждый игрок кладет руку на сканер. Если все сделано правильно, команда получает ключ сокровищницу и может начать собирать золотые монеты. Если они совершили ошибку, они должны все исправить, пока не выполнят задание правильно. Поздравляю, команды, вы здесь у сокровищницы. Ваша задача — собрать как можно больше золотых монет. Все собранные монеты станут вашим результатом в турнирной таблице. Чтобы получить максимальное время в сокровищнице, за моей спиной вам нужно было 5 ключей. Начнем с вас. Гадюки, у вас 4 ключа, невероятно. Одного не хватает. У вас будет на 10 секунд меньше. Драконы, вы хорошо сыграли, у вас 3 ключа, вам не хватает еще 2. Вы лишаетесь 20 секунд в сокровищнице. Я вставлю ключи. Итак, гадюки, когда начнут открываться ворота, вы увидите свою карту. Драконы, ваша карта появится на 10 секунд позже. Вы готовы к борьбе? Да. По-моему, вы не готовы. Вы готовы? Да. Так-то лучше. Отлично. Ваше испытание начинается сейчас. У гадюк открылась карта. Драконы спокойно ждут. Сокровищница, время уже не так важно, если они ошибутся с кодом. Они потеряют время. Им придется вернуться назад. Обе команды вошли. Быстрее, быстрее. Опустите руки, проверьте, верно ли это. Смогут ли гадюки все сделать правильно? Смогли. Гадюки получили ключ. Драконы тоже все сделали правильно. Драконы! Они уменьшили разрыв. Вам надо открыть сундук ключом. Хватайте и бегите, давайте. Давайте, давайте. Открывайте сундук быстрее. Молодцы. Вот так. Обе команды бегут. Драконы уже ссыпают монеты. Несмотря на то, что драконы вбежали позже, они первые открыли сундук. На кону победа, ребята, на кону победа. Вам нужно принести как можно больше монет. Осторожнее, драконы столкнулись. На кону все. Посмотрите на это. Талия, молодец. Они наполняют свои сундуки монетами. Скорее, команда, вы отлично справляетесь. Бегите, команды. Хватайте все это золото, команды. Давайте. Бегите, бегите, бегите. Не тормозите. Пора выходить. Пора выходить. Время вышло. Время закончилось. Выходите. Все выходите. На выход. Давайте, давайте, давайте. Быстрее, быстрее, быстрее. Выходите, выходите. До самого конца они пытались вытащить золото. Давайте посмотрим на ключевые моменты. Атмосфера в сокровищнице была напряженной. Все были на адреналине. Все хотели собрать как можно больше золота. Было страшно видеть тигров в сокровищнице. Было тяжело не обращать на них внимания, когда мы бегали за монетами. Лишние 10 секунд в сокровищнице нам очень помогли. Я рада, что мы правильно запомнили карту. Это дало нам преимущество. Это последний конкурс, важный момент. Это было очень увлекательно. Итак, момент, которого мы все ждали. Это был захватывающий финал. Ну что ж, начнем с вас, гадюки. Поднимите ваше сокровище. Посмотрим, сколько золота вы собрали.
Ух ты, тяжелая. Похоже, очень богатая добыча. Итак, давайте посмотрим на итог. Ваш итог? 1250 монет. Это отличный результат. Невероятно. Забирайте монеты в свой ящик. Итак, драконы, вам надо перебить 1250. Алекс, ты нервничаешь? Перестань, иди сюда. Посмотрим, сколько вы собрали. Тут много монет. Давайте посмотрим. Я не могу понять, кто победил. Не могу. Скоро узнаешь, Энди. Проверьте, все ли монеты высыпались. Молодцы. Алекс все проверил. Молодец. Надо перебить 1250 очков. Тысяча 120. Да! Победители гадюки. Молодцы. Настоящий товарищеский дух. Это мило, очень мило. Алекс выглядит немного расстроенным. Давайте посмотрим, как это влияет на итоговый результат. Итак, драконы занимают третье место, а гигантский счет гадюк поднимает их на вершину турнирной таблицы. Они обгоняют ягуаров. У вас были очень близкие результаты, знаете что? Обе команды отлично постарались, ребята. До встречи! Пока! Пока! Форт Боярд. Гадюки очень счастливы. Мы не думали, что сможем победить Форд, но нам это удалось. Это фантастика. Хотя драконы проиграли гадюкам, в следующий раз мы придем в Форд более подготовленными. Гадюки были в восторге, когда выиграли. Мы были так счастливы. Это было великолепно. С нетерпением жду новых испытаний. Мы почувствовали облегчение, когда победили. Я знала, что все сделала правильно. Озвучено по заказу ВГТРК в 2004.